Оптический модулятор почти вдвое увеличивает максимальную скорость передачи данных современных устройств, демонстрируя потенциал для маломощных и недорогих полностью кремниевых решений. Они позволяют избежать усложнения производственных процессов с использованием новых материалов, несовместимых с КМОП. КМОП – комплементарная структура металлоксид-полупроводник «Англ». CMOS – комплементарий металлоксид-семикондактор, набор полупроводниковых технологий построения интегральных микросхем и соответствующая ей схемотехника микросхем. Подавляющее большинство современных цифровых микросхем – именно КМОП. Оптический модулятор является важным компонентом в системах, обслуживающих современные информационные и коммуникационные технологии. Причем не только в традиционных каналах связи данных, но и в микроволновой фотонике. В отличие от предыдущей работы в этой области, ученые ввели новую концепцию дизайна модулятора, в которой фотоника и электроника должны рассматриваться как единая интегрированная система, чтобы решать сложные технические задачи в этой области. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.